Опять всем привет. Здесь три пары намоток для построения маграв-генератора. Значит, эти намотки я сделал немножко, да, можно сказать, плохо. Я мотал их влево, должно вправо. Ну ничего, и так я их навыбросил, сделал. Chemicky je pokryté nanocoatingom. Здесь эти шарики есть, где есть три вида наноматериала, да? Этого и белого. Здесь измеритель, да? Пока так. А теперь можно посмотреть, что они уже живые, что там уже крутится плазма и магнетизм. Все вместе работает. А здесь минус, здесь плюс. У всех так. И мы посмотрим, когда уже я приближаюсь к этому, уже здесь видно, что, да, что уже реагирует, потому что это непонятно работает для меня пока. 200 мВ до расстояния. Ну и теперь я дам на плохо идет, дам на минус и дам на плюс. Должно быть видят какая-то реакция, да? Видно, как прыгает, да? Здесь. Так. Потому что плазма, по мистер Кише, что он говорит, на все время плавает, бегает. Да? Значит, она теперь попробуем этот. Вот. Да, здесь тоже видно, как. Да. Как реагирует хорошо. Да. Теперь эту третью попробуем. Попробуем. Ну, ничего сложного, это цветную руку. Так, да, видно. Видно. Как работает. Просто эти... они есть живые, можно сказать. А теперь здесь ноль. Когда я так дал боком, видно, что ноль. Нигде ничего нет. Ну, конечно, эти шары полные этим маслом, можно сказать, с трех видов. Я так решил, так их сюда присоединить, прикрепить их так. Ну, они, конечно, не все одинаковые точно, это нет, не значит. Я думаю, здесь снова когда, но только так, как и это там. Если я так рукой сюда дам на кабели, уже что-то творится, но... Но видно, было видно, конечно, что они живые работают. To znaczy, ja chcę pokazać, komu interesno, może wziąć ten muster. No, widno, że on każdym dniem jakby narastaje ten nanocoating na wierzchu, ten nanomateriał rastie, tak?
Ну, здесь уже хорошо, за 3 дня. Туда я включаю этот моторчик до аквария, чтобы кислород туда больше реагирует и больше париться. Эти два пока нет, только там вода. Ну, там внизу что-то, там, тут пластмасс. Оно так прикрепилось, что найдет уже убрать его, как бы сожралось туда. 23 миллиампер, потому что батарейку. Вот этим образом выглядит, когда покрывать пластину, да, пластину. Когда потом уже так рукой. Там есть кристалчики, видно какие-то. Немножко опускает, но можно этот потом покрывать опять. Это тоже дает напряжение. Если я сюда дам минус, вниз плюс, то же есть этот плотник, есть живая этот медный. Одна такая штучка, покрытая химическим огнем. Там есть огнем. Опять я делал. Но не могу, да, это правильный цвет. Но будем продолжать. Будем продолжать. Попробую еще что-то. Человек, если уже на минус дашь, уже он реагирует. Чекает. Да? Как-то. Ну, будет интересно. Так сам думаю, что если я, если честно говорить, не знаю, если я сумасшедшую какую-то вещь желаю, поэтому я делаю, потому что сам хочу знать правду, будет ли что-то, не будет ли что-то. Но немцы очень хорошо разработали, и поляки хорошо разработали. Но здесь у нас никто. Все кричат, что Кеше там он разбогател на этих заблуждениях. Но я не думаю, что это все просто бессмысла. Ну, это пока все.